Представляю вашему вниманию систему голосового управления одноплатным мини-компьютером Raspberry Pi. Написано мной на чистом C и представляет собой голосовой интерфейс для управления различными подключаемыми устройствами. Так. Значит, микрофон с веб-камеры идет, через колонки ответ идет, и управление голосовым вводом через кнопку. Говори. Привет. Всем привет, Серега. Говори. Как тебя зовут? Меня зовут голосовая система для автоматизации. Говори. Включи свет. Сделано. Говори. Кем ты создана? Я создана Денисовым Сержем в 2014 году. Говори. Какая погода? В Дании момент температуры за окном -2,2 градуса, осадков нет, влажность 44%. Говори. Выключить свет. Говори. Выключи свет. Хорошо. И в дальнейшем будет надстраиваться функционал, позволяющий все больше и больше устройств подключать.